В канун новогодних праздников в Петрозаводске собрались ветераны карельской журналистики. На этот раз традиционная предновогодняя встреча прошла в здании нашего телеканала, в классе, где с начала этого года действует школа тележурналистики. Главный редактор и председатель Союза журналистов Карелии Андрей Раев и генеральный директор информагентства «Республика Карелия» Алексей Макаров рассказали о том, чем сегодня живут телеканал и другие редакции. Показали гостям новые телевизионные и радиостудии. Ну, современно, очень современно, супер. Тут видно, что и технологии новые, и все. То есть это абсолютно другой мир. Понимаете, современный. Главный редактор и радиоведущая Ретро-ФМ Ирина Калабина обсудила с ними будущий совместный проект – серию радио и телепередач с ветеранами карельской журналистики и пригласила гостей принять в нем участие. Еще одна идея – создать при радиостанции музей радиоприемников. Первые экспонаты уже нашли свое место в будущем музее. Но если наши зрители и радиослушатели захотят присоединиться к проекту, они могут передать свои реликвии в информагентство. Во время встречи ветераны не только слушали, но и делились своим опытом и давали советы. Одним из них с нами поделилась известная журналистка Валентина Акуленко. Пишите то, о том, что хорошо знаете. Пишите так, как пишете письмо другу, и тогда это будет интересно. В следующий раз ветераны карельской журналистики договорились собраться ко дню печати, который отмечается 5 мая.